живый помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речит Господи, заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко той избавит тебя от сети ловчих и от словесей мятежных, клещмя своими осенит тебя, и под крыле его надеешься. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от сряща и беса полуденного. Падет от страны твоей от тысячи, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче, отчима твоима, смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище твое. Не приедет к тебе зло, и рано не приближится к телеси твоему, яко ангелам своим заповести тебе, сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упова и избавлю, и покрыю, и яко позна имя мое воззовет ко мне, и услышу его, с ним весь в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение мое. И явлю ему спасение мое.